давно буду говорить. И особенно я хотела бы к этому сегодня присесть слова благодарности за то, что в 2004 году, когда мы отмечали столетие адмирала Кузнецова, мы запланировали первый большой поход на его родину, в деревне Медведки. Мне нужна была помощь. Полевая кухня, обеды у костра, бивак, который у нас сделали, чтобы пригласить всех ребят с территории Архангельской области. Вы были таким надежным человеком, я даже не задумалась, как это будет. Когда мы приехали в деревню Медведки, все было сделано на все 100. И такого вкусного обеда я никогда не видела. И только благодаря вот тому, что в 2004 году был вот такой сбор с Сергеем Александровичем, появились в 2006 году «Белые ночи», полевой лагерь, тоже уже с ребятами штаба «Товарищ» в другом месте. Вот поэтому я с тех пор просто глубоко уважаю, ценю и понимаю, что человек, на которого можно надеяться. А еще я знаю, что Сергей Александрович, когда получил помещение в сказке, он сделал сказку. Он первый из тех, кто был в этой территории, там еще был Конно-Крековеческий музей, он сделал это здание шикарно, он плитку положил на пол, он компьютерный класс сделал помимо туризма, чтобы было что зарабатывать снаряжение. То есть первую такую праздническую жилку провел именно он. Поэтому понимаю, как было тяжело оставаться с тем, что он сделал. Сделал по-честному, честно, достойно и качественно. Помните, я его сейчас расскажу про себя. Сидим мы у Терехова в кабинете. Помните? Не знаю, о чем говорить. Сам Терехова сидит. Дом детского творчества, естественно, представлен. Они говорят, надо бы это сделать вот это. Я говорю, где деньги? Надо бы сделать вот это. Где деньги? Помните? Ну, так было. Денег нет. Деньги. Да, денег нет, конечно, нашел машину. Сергей Александрович, мы сейчас так же поступаем. Денег нет, но мы делаем.